была найдена интересная закономерность. В Священном Писании есть такой стих: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Это произвело фурор в научных кругах. Оказывается, что положительные эмоции необыкновенно положительно влияют на наше здоровье. Начнем с того, что смех – это одна из положительных эмоций, присуща только человеку и никому более. Когда мы радуемся, смеемся, в нашем организме происходят удивительные превращения. В нем расслабляются все спазмы, зажимы, напряжения, улучшается кровообращение всех тканей и органов, активизируется иммунная система, рассасываются воспаления. Есть свидетельства, что радость и смех улучшают работу головного мозга, помогает нормализовать артериальное давление. В организмах таких людей реже появляются нейрофибриллярные клубки. Скопление белковых веществ в головном мозге образовывается при болезни Альцгеймера. Радостное сердце способствует выделению особой группы гормонов и антител, которые защищают нас от инфекций. По последним медицинским данным, во время смеха ваше тело получает эндорфин, гормон счастья, одновременно снижая уровень гормонов стресса. Отсюда и статистика. Веселые, радостные люди на 40% меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут дольше. Тем самым смех врачует человеческое тело в буквальном смысле. Все это относится к настоящему, доброму смеху, искреннему, открытому, радостному. Вторая часть стиха говорит: «Унылый дух сушит кости», и это тоже правда. Понятие «сушит кости» хорошо понятно медикам. Уже доказано, что депрессия, унылость, подавленность влияет на степень минерализации костей и приводит к потере костной массы, достигающей таких значений, что это становится причиной остеопороза. Сегодня уже официально установлена связь между депрессией и остеопорозом. Тем самым депрессия, уныние в буквальном смысле сушит кости. Это очень интересный феномен. Радостное сердце обладает целительной силой, а унылый дух разрушает кости. Как автор притч узнал это за много лет до медицинской науки? Это поистине удивительно. О пользе смеха и вреде депрессии ученые узнали сравнительно недавно, а Библия уже сообщает нам об этом. То, что выясняется сегодня, Бог открыл детям своим еще тысячи лет назад. Чем больше мы узнаем, тем больше мы обнаруживаем, что Библия является научно обоснованной. Избегайте депрессивное, негативное общество. Не травите себя токсичным окружением, которое постоянно на все жалуется. Окружайте себя радостными, позитивными людьми. Человек просто не способен ощущать злость, когда улыбается. Бог создал наш организм именно таким. При радостном, веселом сердце он врачует себя. Значит, Бог желает, чтобы мы радовались. Без улыбки, доброго смеха мир стал бы тусклым, а обыденные дни – пресными, серыми и скучными. Улыбка, радость, добрый смех является даром от Бога. Используйте это в добрых целях, поэтому так важно бороться с унылым духом и наполнять свою жизнь положительными эмоциями.